Здрасте. Можно музыку свою поставить? Угу. Кричалку нашу. Угу. Я включу сам? Включи сам. Разъёб Иваныч. Ну чё, братан? Эльдар, неси. Чё? Как дела, говорю, братан? Блядь, нормально. Нормально? Ну, барбас, барбас. Я шёл. Вот, штрафные. Вчера, прикинь, короче, поет моя сестрица. Гульнас, надо кстати. Поет сейчас. На даче, короче, 3 килограмма картошки откопала. Блядь, давай играть. Ну, знаешь, что народ не говорят? Чё? Не сон ашарга тубуста, касан алга бренга. Чё это значит? Знаешь?
Зачем есть капусту, когда есть картошка? Красиво. Красивый язык, красивые слова. Ты первый раз здесь, на этом? Да. Первый. Я помню, 2 года назад он Султана выиграл. Султан, помнишь? Брат Нахима. На пятере гоняет, такой черный БМХ. В костюме Боска еще красный, помнишь? Блин. Короче, жесткие глаза, зарубы, там Ривер Плейт, Бока Хунерс, нормально. Чувак, мне сейчас играть надо, давай. Ну, да. Че ты этого башки разъебал? Да. И как? Жестко, как ребенка. Че, прям жестко? Да, как мать прям, блядь. Так нахуй. Мы в том году с садиком его тоже 14-8 дернули. Че у тебя нигеры в команде? А че? Вон с мячом сейчас бегает, нигер. Да что такого? Хуёво. Прости. Пиво. По-светлому. Давай. Спасибо за игру, белый брат. Собраться сейчас будет разъёбчик. Это дырявый, блядь. Культю, блядь, хоть махнул бы чуть-чуть. Сейчас бойся просто, блядь. Не-н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 е. Блядь, долбоёщер ёбаный. Блядь, сука. Я надену наушники, хорошо? Пиздец.
Ладно, все в порядке. Да пиздец. Извини. Полный пиздец. Да все нормально. Ты хорошо играла. Спасибо, но у тебя тоже были шансы. Спасибо. Сходим покушать. А куда ты хочешь? В Макдональдс сейчас. Окей. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, картошку по-деревенски с сырным соусом? Одну штучку для меня и моей дамы. Которая с беконом? С картошку по-деревенски и сырный соус обычный, да. Все. Она, да? Да. У тебя не будет 50 рублей? Все. У тебя не будет 10 рублей? Спасибо. Если бы Ичиго в самом начале не пожертвовал своей душой и не обрел бы силу Шинигами и не спас бы Рюку, то ничего бы не получилось. И, ну, по идее, у него один из самых сильных банкаев все-таки, потому что он победил всех, кроме первого сержанта отряда. Он всем проигрывал, потом каждого выигрывал после боя, и потом он узнал, что его отец Шинигами тоже. Я очень люблю фильмы, мультики, анимационные мультики. Я еще, ну вот я Наруто не очень люблю. Наруто это мне не очень нравится. А вот Блич мне нравится тоже. Вот Кион мне нравится. Я сам на бас-гитаре дома иногда поигрываю. Только у меня струна лопнутая, и мечи так, убийство, кровь. Вот. Я Хаптийский гуль недавно посмотрел, обреченный смертью. Мне очень нравится, я люблю сюрикены, ниндзя, там, убийства, заговоры, кланы, все такое. Я в детстве Так.